Как сэкономить металл и избежать брака? Что предлагают новаторы молодежной научно-практической конференции Северского трубного завода, узнаете на странице 2. Свинокомплекс льет отходы производства на поля косого брода. Подробности в новостной полосе. Пристройку к школе номер 14 торжественно открыли. Кого угощали блинами и какой подарок преподнес школьникам Михаил Зуев, читайте на странице 6. 42 года на одном рабочем месте. Бригадир электроцеха Василий Ушаков и подстанцию может запустить, и автомобиль отреставрировать. Страница 7. Кондуктор облила пивом пассажиров. Невыдуманная история в Полевском автобусе на странице 8. Где находился фонтан в Полевском? Какие дороги будут отремонтированы и где появятся велосипедные дорожки? Страница 9. Кто поздравил учителей на английском? Фоторепортаж с последних звонков на странице 14. Что туристы-водники делали на гусятнике? Кого утянул Посейдон и кто щеголял в бальном платье из спальников? Подробности сплава по Алтайским рекам на странице 15. Пригласи рабочую правду на дачу. Выиграй смартфон за фотоснимок в летнем отпуске. Новые проекты рабочки на странице 13. Покупай и продавай, разгадывай задания и получай призы. Будь в курсе с любимой газетой.